2024 в стране официально признан годом качества. Акцент будет сделан на повышении конкурентоспособности республики на мировой арене и достойном уровне жизни белорусов. Также это предусматривает продуманное отношение к ресурсам, преобладание качества над количеством. За 10 месяцев текущего года бюджет Могилевской области пополнился на 1 845 000 рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года цифра увеличилась на 20%. Наибольшие суммы от поступлений налогов на добавленную стоимость, прибыль, недвижимость, подоходный и акцизов. Минтруда и соцзащиты установила расчетную норму рабочего времени на 2024. В новом году она станет немного больше. В пятидневную неделю сотрудники будут работать 2016 часов, в шестидневную – 2022. Также определены переносы трудовых будней. Они состоятся с 13 на 18 мая и с 8 на 16 ноября. С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за отсутствие зимних шин. На первый раз минус 37 рублей, повторно в течение года от 74 до 185. Также госавтоинспекция рекомендует уже сейчас переходить на безопасный стиль вождения, не превышать скорость, избегать необдуманных маневров и резких торможений. У православных начался рождественский пост. Он продлится 40 дней и закончится 6 января 2024. В этот период нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца. Также стоит отказаться от развлечений и посвятить это время добрым делам.